сорт острого перца Тринидад Скорпион Yellow Cardi. Тринидад Скорпион желтый карди. Карди расшифровывается как Карибский научно-исследовательский институт сельскохозяйственного развития Тринидада и Тобаго. Вот в этом институте были выведены практически все, ну, большая часть сверхострых сортов. В том числе, самый первый там был выведен Тринидад Маруга Скорпион. Пхуджалокия, Нагамориш, очень-очень много перцев. Острота у этого перца от 800 тысяч до 1 миллиона. Кустик может быть высотой от метра до 1,20 м. Если вы будете выращивать в комнатных условиях, он у вас будет не более 60 сантиметров. Вот у меня где-то сантиметров 70 в высоту. Это в открытом грунте, и он в тени у меня. Срок созревания такого сорта 120 дней. Это очень острый сорт. Да, с таким перчиком шутить нельзя. Он очень... сейчас я вам покажу. Так. Вот такой вот красавец. Вот, смотрите. Это многолетнее растение. Его можно выращивать как в открытом грунте, так на подоконнике. Этот сорт желательно, конечно, высевать на рассаду где-то с 5 по 10 января. Вот смотрите, какой он ребристый весь, видите? Желтого цвета, очень красивый. Этот сорт созревает от светло-зеленого. Такие вот перчики. Они вот тут прям кубовидные. Видите, как он застрял в развилке. Еще ветки мешаются, цепляются. Вот, вот такой вот. Вот в развилочке застрял и что-то его покрутило. В основном они вот такие вот все. Такие вот красавцы. Тринидады. Все, листья обязательно мешают снимать. Надо удалять. Вот. Вот такая вот красота. Его можно выращивать на подоконнике. Просто бесподобное. В теплице он, конечно, будет выше метра. Но зато урожай будет у него невероятный. 1 миллион сковелей. Это довольно-таки прилично. Это у вас будет суперострый сорт. И соус будет суперострый. Смотрите, сколько висит. Маленький завязывается. Созревать он начинает первые плоды. Вот сейчас середина сентября. В середине сентября он уже созрел. Вот я собрал с одного кустика. Сейчас покажу. Вот это у меня. С вот этого кустика я снял. Вот 4 штучки уже созрели. Еще осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14 штук. Не, он 15. 15 штук еще осталось. Ну, 19 штук с куста. Как бы нормально. С учетом того, что это у меня не теплица, а в открытом грунте. Так что супер, супер сорт, супер острый. Так что выращивайте. Если вам нужны будут какие-то советы, пожалуйста, пишите. Я обязательно вам отвечу. Всем пока. До новых встреч.